Дорогие друзья, здравствуйте! Я Королева Ирина, тренер по суставной гимнастике. И сейчас мы с вами выполним комплекс упражнений для рук. И для начала взбодримся и настроимся через массаж биологически активных точек. Но, друзья, в суставной гимнастике самое главное – это не техника и не работа с суставами даже, а это три основных правила. Все очень просто. Первое правило – это улыбка. А ну-ка, улыбнитесь, пожалуйста, все пошире. Второе правило – это осанка. То есть правильная, красивая осанка. Расправьте, пожалуйста, плечи. Макушка тянется вверх. Макушка – это вот это место. Поправьте осанку. И тогда у вас внутри все органы, все работает слаженно и красиво. А третье правило – это настрой. Друзья, поделюсь секретом. Если вы будете улыбаться и держать королевскую осанку, то настроение, оно само подтянется. Итак, будем начинать с массажа биологически активных точек. Все точки, они общеоздоравливающего характера, поэтому противопоказаний никаких нет, можно делать всем. Массируем фалангами средних пальцев. Первая точка – межбровье чуть выше. Ставим пальцы рядом и в одну сторону с легким приятным нажатием массируем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. И в другую сторону. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Замечательно. Легкий отдых рукам. Следующие точки у крыльев носа. И немножко вот прям на 1 сантиметр выше. Вот здесь улыбнитесь. Обязательно локти в стороны. И массируем эти точки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. В другую сторону. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Хорошо. Мы сейчас с вами не только запускаем организм в работу, но и активируем работу органов чувств наших. Следующая точка на подбородке. Вот там, где у вас внутри зубы с деснами сходятся. Пальцы ставим рядом. Поправьте осанку, пожалуйста. И с улыбкой массируем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. В другую сторону. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Хорошо, друзья. Следующие точки массируем бережно. Это височные ямки, вот эта область. Прям ставим очень мягко пальцы на эту область. И по кругу массируем. Раз, два, три. С улыбкой на лице. Пять, шесть. В другую сторону. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Замечательно. Следующие точки массируем опять с хорошим нажатием. Это перед козелком. Смотрите, козелок – это вот этот хрящик треугольный. Ставим перед ним средние пальцы. И, открыв широко рот, находим там ямочку. Вот прям в эту ямочку пальцы погружаем. Рот закрываем, улыбаемся. И уже здесь у нас не ямочка, а холмик. И массируем этот бугорочек. Раз, два, три, четыре, пять. Шесть. И в другую сторону. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Чудесно. Следующие точки находятся сзади. И я повернусь и покажу вам, как их найти. Слегка опустив голову вниз, ведем по задней боковой поверхности шеи вверх. Ведем, 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 ведем. Вот дошли до головушки. Вот это называется подзатылочные бугры. Вот остановились. Поправьте, пожалуйста, осанку, шею выпрямите. И вот здесь, под затылочными буграми, мы и массируем с хорошим нажатием. Раз, два, три. И с улыбкой обязательно. Шесть. В другую сторону. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Чудесно. И еще одна точка – это центральная ямка. Когда ведем, вот смотрите тоже со спины, покажу, ведем по позвоночнику, ведем, 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 ведем. И вот здесь есть ямочка такая. С удовольствием ее массируем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Массируя эту точку, мы активизируем, улучшаем внутричерепное давление. Друзья, другой рукой в другую сторону. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Итак, выполнив комплекс биологически активных точек, мы переходим непосредственно к суставам. И будем начинать с самых маленьких суставов,
это пальцы рук. Пожалуйста, руки перед собой, ладонями вверх поверните, локти выпрямлены. Раскрыв пальцы, с удовольствием сжимаем кулачок. Раз. И раскрыли, расслабили. Два. И расслабили. Три. Четыре. Пять. Шесть. Замечательно. Легкий отдых небольшой рукам. И, друзья, помним про осанку, помним про улыбку. Теперь ладони вниз. Потяните пальцы в разные стороны. Прям потяните, потяните, как солнышки потяните. И расслабили, собрали в кулачок мягкий. Два. И расслабили. Три. Четыре. Пять. Шесть. Чудесно. А теперь собираем пальцы в кулачок по очереди. Ладони вверх. От мизинца к большому пальцу по очереди. Закрыли большим пальцем. Раскрыли одновременно. Два. И раскрыли. Три. Думаем про свои пальцы. Прям смотрим на них. Радуемся. Красиво же. Пять. Шесть. Прям каждую фалангу закрываем. Достаточно. А теперь наоборот. Ладони вниз. От большого пальца к мизинцу. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Как там руки? Согрелись пальцы? Отлично. И завершаем работу для маленьких суставов щелбанчиками с натяжением. Каждый палец вот щелкаем с таким натяжением, чтобы связки, сухожилия вот почувствовали. Даже большой палец пощелкайте, что же он у нас останется без гимнастики. Достаточно. Достаточно. И переходим дальше. А дальше у нас лучезапястные суставы. И смотрите, друзья. Опускаем кисти в пол, и пальцы у нас являются продолжением ладони. То есть мы вот так пальцы не подгибаем. У нас работает лучезапястный сустав. Пальцы в пол, и мы на себя потянули чуть-чуть, расслабили. Потянули еще чуть-чуть и расслабили. И еще чуть-чуть потянули и расслабили. Обратите внимание, движения физического почти нет. Вы это чувствуете. И еще, и еще, и еще. И еще. Всегда чередуем напряжение, расслабление. Это естественный ритм, природный. Следующее упражнение. Кисти вверх. И также на себя тянем ладонь. Напрягли, расслабили. Напрягли, расслабили. Три, четыре, пять, шесть. Достаточно. Руки отдыхают. А теперь представьте, что ваши руки на таком высоком столе лежат. Пальцы вместе и сводим кисти к большому пальцу. Вот смотрите, вот так. И в этом положении также напряжение, расслабление. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Наружу к мизинцу также. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Проработав лучезапястный сустав, мы завершаем круговыми движениями. Руки перед собой выпрямлены, мягкий кулачок, то есть мы не сжимаем руки, у нас мягкий кулачок. Все делаем на легкости и на радости. И круговые движения. Раз, два, три. Хорошую амплитуду даем, без поблажек. Шесть. В другую сторону. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. И все, мы завершили работу с этими суставами, переходим выше, выше у нас локти. Руки, пожалуйста, в стороны руки, мягкий кулачок. И рука ниже локтя, предплечье называется вот эта часть руки, идет вверх, к себе, вниз, в сторону. Вот такой полный круг делаем красивый. Два, три, четыре, пять. Шесть. И в другую сторону также по кругу. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Поблагодарили свои локти и переходим дальше. Дальше плечевой сустав. Выберите одну руку. И эта рука, мягкий кулачок, рука идет прямая в сторону, прямая вверх. Закрыли перед собой полный круг. Это раз. И продолжаем. Два. Три. Четыре. Думаем про сустав, про плечевой. Пять. Шесть. Эта же рука в другую сторону. Раз. Два.
Три. С улыбкой на лице. Пять. Шесть. Замечательно. Другая рука пошла прямая в сторону и вверх прямая. Перед собой круг закрыли. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. И в другую сторону. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Замечательно. Друзья, для нескольких упражнений следующих я вас попрошу поставить стопы параллельно друг к другу. Видите, параллельно, носочки в стороны не разводим. Поправьте осанку, руки вниз, руки вдоль тела. И у нас плечи идут навстречу друг другу. Вот так их направили вперед. Это исходное положение. И чуть дальше. Напрягли, расслабили. Еще потянули вперед и расслабили. И еще чуть-чуть и расслабили. И отмечаем, как растягивается задняя поверхность сустава. Как там воротниковая зона, шейно-воротниковая зона себя чувствует. Достаточно. А теперь также назад. Руки внизу висят свободно. У нас только плечи идут назад. Два, три, четыре, пять, шесть. Достаточно. Руки вновь вдоль тела, как у солдатика. Макушка вверх тянется и на лице улыбка. А плечи идут вниз. Смотрите, вниз, вниз, вниз. Поступательные движения. Вниз, легкие движения. Чудесно. А теперь вверх, вверх. Вверх каждый раз выше и выше и выше. К ушкам вверх, вверх, вверх. И очень плавно опускаем. Очень плавно опускаем. И круговые движения. Переходим к круговым движениям. Пожалуйста, не спешите. Дайте возможность вашему телу прочувствовать это упражнение. И в другую сторону. Раз, два, три, четыре, пять. Шесть. Замечательно. И, друзья, завершаем упражнение с руками, скруткой для рук. Что такое скрутка? Руки вдоль тела. Поправьте осанку, пожалуйста. Руки вдоль тела, а ладони смотрят вперед. И также у нас стопы параллельно. Пожалуйста, друзья, закручиваем внутрь. Сначала кисть, локоть, плечо. Вот дошли до какого-то своего предела физиологического. И вот это исходное положение. И дальше, чуть дальше, как будто хотим еще чуть дальше подкрутить. Напрягли, расслабили. Это раз, два, три, четыре, пять, шесть. Плавно раскручиваем руки. И в другую сторону закручиваем также плавно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. И плавно раскрутили руки. Дали им отдохнуть рукам своим. И вот, друзья, мы с вами выполнили комплекс суставной гимнастики для рук. Прошлись по всем группам суставов снизу вверх. Я вам желаю хорошего дня. Пожалуйста, помните о том, что улыбка и осанка, и хорошее настроение – это гораздо важнее, чем любая техника и любые упражнения. Поэтому, друзья, улыбайтесь с радостью. До новых встреч!